Ай, нам предстоит долгий путь до данжа. В которую мы при этом наверняка сфылимся вначале. Смотри, здесь такая огромная дырка, а я через нее не пролезаю. Я ж по размеру как раз идеально подхожу. Смотри, почему я не пролезаю в нее? Не знаю. Тут присесть никак? Ты прям так хочешь залезть в эту дырку? Ну это ж, наверное, вход в данж. Да, как иначе? Эстония, холод. Да блин, что ты застряла с тем? Мобы стоят, слушай-ка, может мы уже все в данже, типа? 44-й левел. А я не знаю, может быть. А может и нет. А может и нет. Вопрос о засыпку. Подожди, мне интересно, я его убью? Блин. Да они вообще легкие, это не, ты вообще непонятно. Так у меня урон 70 тысяч, это вообще нормально, нет? Не знаю. Меня как-то это смущает. О, нифига себе, я к нему приблизилась. А, слушай, это вообще жесть. Я могу бесконечно. А, я просто прикольная цепочка такая вообще. О, а это... О, я могу им... Ай, ай, они... Блин, нифига себе дети называются. Что они? Вы что, его разили? Тетки. Не, у меня висел на них значок такой, как будто они мне квест хотят дать. А тут такая вообще жесть творится. Они на меня налетели. А у меня, кстати, засчитывается квест. Ой, смотри, а что это я горю? Что это, смотри, я в каком шарике хожу. Что это за шарик? Что это за шарик? Почему такой шарик? Всем мур-мяу, с вами Мира Мабафилка и... Шейн. Мы играем в Терру на американском сервере, попали в какой-то непонятный скайримский данж и будем проходить его, пытаться проходить. Да, только у нас вообще персонажи оба, как это называется? Одолженные. Да, персонажи одолженные, они оба, в общем, на урон и все такое. Так что у нас нет целителей, но мы такие хардкорные девчонки, нам ничего не страшно. Выбирали мы данж для 40-го уровня, а в итоге у нас попали на 59-й. Да, неожиданно, мы так долго искали. Ну давай, что, бонзай. Мой рипер всегда хотел его попробовать. Да, но тут реально жесткие. Ну как жесткие, нормальные. Только мне так громко играет, наверное... А, как мне нравится масс урон, масс скиллы. Ну что, все, не? Че вы еще не сдох? Эй! Эй! Что жать, что жать? Отстаньте, меня сейчас запячет. Так. Библиотека какая-то. Привет, мужик. Ой, нифига себе. Как он странный. Да блин, почему они с одного выстрела умирают? Ой, а это... Мужчина, отстань. Да потому что... Мы хай-левельные. Господи, это такие клевые персонажи. Он был уже похож на этого, на шоколадная фабрика. Мужик этот. Так. Господи, я прочитала, сука, банкер. Фу! Не знаю, что это за слово было написано. Так, ты знаешь, в какую сторону нам хотя бы идти вообще здесь? Нет. Мы должны дойти до босса хотя бы. Посмотреть, что за босс интересный, красивый тут. Ну давай, что получится? Да что ж такое, не достаю? Как так? Ты встань поближе, достанешь. Я же не этот, не танк, чтобы тут близко вставать. А я что, танк? А ты да. Конечно. Да ты на плюс 12 точно, значит ты из нас танк. Да давай уже, прожимай. А они все равно не агрессы почему-то на меня. Ну это нечестно. Ай, вот это сагрился. Ну давай, добивай. Неплохой такой урон. Я хомяк, понимаешь, мне нужно собирать все. Обязательно. Блин, какие все-таки красивые скиллы, а? Давай. У меня всего их 2-3 в основном используются. У меня закончилось, Нет, меня сейчас убьют. Ай, ай. У меня закончилась мана. И меня сейчас убьют. Та-та-та-та-та. А у тебя вообще хп не уменьшается? Ну, почти. Донат тебе разоточенный. Вообще офигенский. Так, козёл, ты когда приземлишься? А это что, не твой? Я думала, это твой дракончик. Ты чё, нет? Я бы хотела такого дракончика. Интересно, я могу тебя увидеть, как ты летишь на нем, прилетаешь? Ну, я вот прилетела.
А, я не увидела, все пропустила. Блин. Ну ладно, я зато этого засняла. И сейчас я сделаю одну очень страшную вещь. Господи, какая прелесть. Будь здорова. Спасибо. Я, знаешь, уже так приготовилась, напряглась маленько. Давай, что за страшную вещь. Так. Окей. Мы дошли. Так, да блин, значит, опять она застряла. Вынести надо сначала вот этих, чтобы не согрелся босс. Надо как-то его приманить, этих мужиков. Мужики, иго сюда, тут тёлки. Тёлки. Вот они идут. Ведёшь. Сзади главное смотреть, чтобы никого еще не было. Уи-ху! Вау. Это, походу, я замораживаю их. Они что-то медленнее бежать становятся. Ну да, видимо. Ну ты же, да, ты же маг. Как иначе? Да, только я пользуюсь тремя скиллами. У тебя сейчас все главные, видимо, на месте. Ой, надо отойти. Да, почему-то только урон наносится тебе. Мне вообще, я, знаешь, как комарик укусил. В смысле? А, ну да, то, что ты проточена, а я нет. Так, ну что, мы дошли до босса. Го его танчить. Ты тогда иди танчить. Сейчас, подожди, хомяк собрать должен. Смотри, тут Эль какую-то же нажать предлагают. Эль? Не знаю. Тебе не помогает? Эй, что за хрень? Что за Они хрень? Они дамаг доносят? Что случилось с моим персом? Почему он... Что происходит? Почему она ходит сама по себе? Ходит сама по себе? Да! Она у меня куда-то убегает, и все. А, я поняла, вот эти штучки, они влияют. Как оттуда выйти? Нет, нет! У тебя тоже сама побежала? Да, это вот эти круги, надо из этих кругов выйти, блин. Слушай, а им урон можно наносить? А-а-а! Нет. Как нет? Можно, наверное. Ну смотри... Ай, ой, слушай, я фиолетовая стала. Такая. Наносится? Ты наносишь урон? Есть урон? Или так 100%? Хрен знает. А, да хватит, слушайся меня. Да слушайся меня, куда побежала? Да блин, еще в камень застряла. Молодец. Главное, на босса не беги. Слушай, наверное, нужно босса на эти штуки притащить. И он будет тогда бегать непонятно как, а мы его сможем дамажить. Фух. Давай приманим сюда, да, и ты приманиваешь у нас всех. Только сама не попадись в них. Вот давай... Хотя на него, походу, это не действует. Сюда. Он же сам в круге стоит. Ой, он что-то жесткий. Да? Он тебя жестко бьет? Ну, как бы он вообще пока не бьет, но он сам по себе жесткий. Видишь, как он урон? Да нет, смотри, нормально вот. Ой, он отбегает. Вот этот мне не нравится. Ну давай, чё? Ух, как я вообще. Он еще и станет. Ой, станет. А че мы такие все синие? Потому что сферы вот эти еще на нас. Главное, что мы ХП вроде не особо сильно уменьшается. Потому что он на тебя висит. У тебя там банки хоть есть? У тебя вообще ничего нету. Блин. Отпусти меня, чудо трава! Убегай! Нет! Я застанена. Я тоже. Тихо. Надо от него убежать. Так, тебе нужно похи... Ой, что за штуки? Надо от них... надо из этих кругов выходить. Не надо на меня идти. Да зачем ты так? Нет, оставь. Он меня сейчас убьет. Он меня сейчас убьет, я встану. Блин, у меня вообще, по-моему, никаких сфер хильных. Что-то мы, по-моему, взялись не по зубам. О, нет, вот сейчас я точно умру. Ой, больно. Отпусти, чудо трава! Сейчас надо банку. Что ж ожрать? У меня никакой банки, я ж поднимала банки. Ой, а что я так отхилилась вроде, нет? О, ты умерла. Ну ладно. Я тоже умру. Сейчас умру, да, отстань. Можно я не буду с тобой играть? Можно я от тебя уйду? Пожалуйста, пожалуйста, давай не будем играть. Ой. Хорошо, а тут еще можно так делать. Ресюрт, окей. Еще и с почти полным ХП, вообще круть. Давай его, может, добьем все-таки. Смотри, чуть-чуть. Мужик, ты что-то обалдел вообще. Ну-ка на. Умри. Что ты опять на меня сагрился, придурок? Отстань. А как иначе-то? Ты же сам у нас аски дамаг наносишь. Так. Так, я отскочил, отлично. Ему чуть-чуть осталось. Да, чуть-чуть.
Нет, ну, ты умрешь, я, возможно, его... хотя я, может, и не успею его добить. Он слишком бьет меня сильно. Ты умрешь, а я успею добить, классно. Не, я его вряд ли успею, у меня мана кончилась. Я ничего не успею сделать. О, блин. О, блин. Resurrect in Acarium. Resurrect? То есть сейчас уже нельзя resurrect тебе, да, нормально? Да, так что только ты меня, наверное, можешь поднять. Блин, как я тут... Ай! Только не это. Сможешь его добить? Потому что у меня мана закончилась, сейчас я пытаюсь ману восстановить. Хрен знает. Так, ну давай попробуем. Нет, у меня вообще, у меня почти все хп за... Не, пол хп за один удар сносит. У-ху! Ай, нет, только не это! Нет, убегай! Ух, успела. Ему же там совсем чуть-чуть, ты его добила, не? Ну, мне там хп тоже чуть-чуть, он мне одним ударом пол хп сносит. Надо, короче, посмотреть... Интересно, это никак нет? Отстань, дружочек, отстань, говорю, давай не будем играться. У меня хп не восстанавливается, конечно же, да? Эх, ну давай ты ресерект, а я буду кругом от него бегать. Да, только я в городе восстану-то. Ну так а пофиг, какая разница, я не смогу реснуть, я же не прист. Тебе все равно в городе придется восстановить. Вот поэтому-то я и качаю приста. Ну давай сейчас придешь своим пристом 10 уровня. 9. Будет очень весело. У меня даже воскрешалки еще нету. Да иди сюда, го сюда, я пока бегаю от него тут. Да чуть-чуть осталось добить. Так, окей. Тебе там далеко вообще? Где я возродилась? Маунтов. Эх, идеально мы проходим данж. Просто идеально. Да ладно, нормально. Ну, я тебе просто банок на хп нету. Поэтому и это. Ну кто же знал, что 40-й данж окажется таким тяжелым? Так, мы же не рассчитывали. Заблудилась нахрен. Го сюда скорее. Я, мне сейчас рука отвянет бегать от него кругами. Хорошо, что он хоть меня не догоняет. Он просто за мной бегает. Так, ну это, по-моему, не в ту сторону вообще. Или туда. Ну, ищи синюю улитку. А, нет, все правильно, иду. Далеко? У меня вроде хп восстанавливается даже. Сейчас вот восстановлю его хотя бы до половины, попробую добить. У меня какой-то стандартный бинтик только. А, ну бинтиком, да. Какие-то вопросики. У него вопросик над головой. Я думаю, что вообще происходит? Что она от меня убегает? Он даже догнать не может. Блин, я не в ту сторону побежала. Ну, начинается. Давай скорее в ту сторону беги. Ты где, Ресмус? В том... В этой деревне. Там, где вот тёлки к тебе липли? Нет. О, я нашла эту улитку. Окей, супер. Подожди, это та ли улитка вообще? Да, та улитка, отлично. Сейчас я попробую телепортировать. Так подожди, а это же улитка, она прям возле деревни, если ты прям в той деревне. Да, там, я сказала, что как Скайрим, так это же она прям вот совсем рядом. Да я на мост зачем-то побежала. Ну, честно, бывает, я первый раз в этой деревне, чё. Так, это вообще туда телепортировалось или нет? Да, туда. Все, я здесь опять. Я уже почти пол хп отрегенила, бегая от него. Ты там бинтиком покушала себя? Бинтиком покушала себя. Да, типа того. А я вижу там, как бегаете вы. Блин, откуда тут мобы взялись? Их же тут не было. Реснулись, что ли? Не говори, что сейчас еще и тут реснутся. Блин. Серьезно реснулись? А как мне теперь подойти? А вот, я вроде тайно подошла. Тайно, по стелсу. Ты бинтик сначала заюзай? Или ты уже бить начала? Что у тебя все равно мало хп. Ну, бинтик восстанавливает, а до хрена мало. Ура! Ну что, там должен быть толковый лут. Так мучились. Чуть никакой синьки. Эй, где синька? Даже с мобов падала синька. Хрень какая-то выпала. Что это за суспент и анимус? Суспендент. Суспендит анимус. Uncommon Enhanced Crystal. Ну, слушай, мы прошли босса первого. Поздравь нас. С горем пополам. Вот там открылась... Там открылась деревяшка.
Ай, меня избивают! Избивают, дети! Это хейтеры, это хейтеры наши. Вот именно так они выглядят, когда пытаются схейтерить. Вот это, хейтеры, привет, хейтеры! У-ху! Ну, смотри, первый босс, он, как обычно, самый легкий. Так что... Я тогда боюсь представить, какие боссы следующие. Без целителя нам тут вообще делать нечего, по-моему. Хотя... Разберемся. Это что такое? Давай, тут, видишь, главное разработать какую-нибудь технику, тактику. Слушай, а это вообще дружественно или нет? Это дружественные, дружбаны наши. Здрасте. Банки есть? Есть что по банкам? Чё-то, по-моему, банок нет у них. Обломчик. Так каково убить, чтобы нам дальше проход-то... Открыли. О, у меня есть восстановление маны. Да кому нужно это восстановление маны? Мне. Хотя мне не особо нужно. Ну, в том-то дело. Слушай, смотри, там проход закрыт, а как его открыть-то? Нужно какого-то босса убить. А где здесь босс? Может быть, нас не пустят дальше, если у нас нет какого-то квеста? У этих мужиков? Investigate more closely. Что это такое? Что за камень? Чего, какой камень? Вот этот. Не знаю. Юзается? Да. The power of developer. Ладно, заюзали. Может быть, их надо как-то активировать? Ой! 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 Что-то случилось не то. Чуваки! Классно! Союзали камушек! Неожиданно так, совсем неожиданно. У-ху! Ай, больно! Больно, мне тоже. У-ху, давай, бесконечно. Все, мне закончились. А, вот, слушай, надо, наверное, не попадать в эти штуки. Ну давай, слушай, а че я убью, бью? Он вообще неубиваемый. Короче, я сейчас опять упаду. Он вообще неубиваемый. Ай, ай, нет, я прям к ним прибежала. Да что ж такое? Отпустите меня, пожалуйста. Дай. Я не могу выйти из этого кружка. Отстань, отстань. Эй, отстань, человек тыква. Да что за приставучий мужик? А он не прислучай, можно было бы его заюзать как приста. Да ё-моё, не двигайся. Не двигайся, как посмотреть-то, кто он? Да-да-да. Так. Не знаю, короче. Он убегает. Да чё он меня хочет своим волком изнасиловать? Ты стой, не отбегай от него. Я сейчас его посмотрю. Как его там? Он насилует, точно, смотри, вообще жесть. Ой, репорт плеер. Что-то я не то делаю. Сейчас пожалуюсь на него, что он насилует своим волком. Join invite. Как его посмотреть-то? Он в робе. Он в робе же может быть и прист, и маг. Прист или мистик. О, он прист или мистик, он хиллер. Давай, соблазняй его. А я-то при чем вообще? Давай, пиши его. Какой сексуальный тебя волк. Давай, давай, пиши. Изнасиловать. Да хватит ко мне сзади пристраиваться, мужик, отстань. Отстань, я вообще не по вам, отстань. Ну давай, скажи ему что-нибудь приятное. Почему я-то? Ты же лидер пати. Ну ты же у нас женщина сексуальная, Костанечка. Я вообще Лоля маленькая. Никто на такое не позарится. А ты секси Костанечка, так что... А может, попробуем еще раз с банками одни? Да ладно тебе. О, смотри, я пишет. Как по-английски извращенец? Перверт? Точно, как перверт, да, извращенец по-английски? Я не... Вроде да. По-моему. Как-то так. Я чем-то написала? Нет. Я не знаю, мне кажется, что да. Я почему-то так запомнила, что извращенец. Может и нет. Он уже остановился. Ага, говорит. I like aliens. Come to me. Жесть. Значит, я все-таки угадала. Ай, пошли в данж, короче, ладно. Не хочешь ты приста таймить?
We can make чего? Абхмран? Абхмран. Что? Ты вообще чувак русский, не? Нет, он не русский, явно же. Да я шучу. Так, ладно, а где здесь выход из этой деревни? Все правильно ты идешь. Или нет? Да, правильно, по-моему. Да-да-да, я также вышла, только я пошла на мост. Окей. Ой, смотри, он и кастанечек тоже любит. Он, видишь, он всех любит. По-моему, сюда, да. Смотри, как, какие у нас какая насыщенная жизнь в Терри. Это оно от боссов умерели, от извращенца получили. Умерели? Умерели. Умерели? Умерели. У меня уже башка не работает. Мне спать пора. Смотри, он сейчас за нами в данж пойдет. Смотри, он танцует. Ты ушла уже? Я телепортируюсь, да. Надо, нельзя их по одному выцепить. Чего они так все вместе пачкой такой? Надо одного ударить и отбежать. Может быть, остальные не побегут. Блин, они какие-то... Ты не попадаешь. Одного ударь, вот этого ударь, и побежали оттуда. А то они сейчас тебе тоже бегут. Нет, не бегут? Я явно его не привлекаю сейчас. Вот этого привлекла. Зато женщину привлекла. Ну все логично. Что-то она убежала. Блин, она меня скукнула, убежала. Это что такое? Ты заигрываешь со мной? Флирт. Флирт в игре. Ой, я его оглушила. Классно. Это опять женщина, да что такое, блин? Что ты ко мне пристала? Так все норм, давай, все супер. Не. Ты убежала опять, да что ж такое? Ну ладно, они так будут убегать, прибегать и норм. Давай вот этого добьем мужика уж. Ой. Мужика. Женщина все от тебя не отстает. Да вообще не. Да что? Ой, мужика почти добили. Пассист убей мужика, то почти его добили. Ты отскакиваешь. Чего? Это я своей говорю. А-а-а. Отскакивает. Красота. Да что ж ты? О, мужика добили. Супер. Че, мы мужика только убили одного? Да, но зато хоть кого-то убили. Ай. Она отрегенилась. Женщина! Она явно меня хочет, по-моему. Ну, ты посмотри, какая завидная жена. Вообще не говори. А мужик к тебе бежит. А женщина к тебе. Ай. Да смотри, мешок с золотом. Сейчас слезу со своего этого, убью моба. А я его убью хоть какого он уровня. Ух ты, какая коняшка красивая. Да ё-моё, я он не уже знаю. Разогнался, зараза. Так, это мой мешок с золотом. Как его заюзать? Эй, я хочу мешок с золотом, я жму F. Почему я не могу получить этот мешок с золотом? Зря слезала только с этого льва. Не дают мне золото в этой игре. Тогда неудивительно, почему волк пристраивался сзади. Ага, вообще неудобно. Она уже готовая стоит. Подходите, кто хочет. Дырочка свободна. Я как раз удачно запись включила, когда такая дырочка свободна. Перфект. Ну, с вами была Мира Мобофилка. Ставим лайки, комментируем. Была еще кто у нас? Кастаничка по имени? Шейн. Вот, и обязательно подписываемся на все каналчики. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. Пока.